В Московском музее архитектуры имени Щусева состоялся аукцион Творческого союза художников в пользу жертв террористических актов, прогремевших минувшей весной в Москве, Дагестане и Ингушетии. Деньги, полученные от продаж картин, пойдут на помощь пострадавшим и семьям погибших в этой страшной трагедии. Аукцион провел актер театра и кино, народный артист России Виктор Проскурин. В аукционе приняли участие ведущие художники России, Дагестана, Осетии, Ингушетии и Чечни. Я думаю, что это такая попытка людей, которые относятся как к искусству, молодых художников и еще бывалых уже художников, провести вот такой аукцион, и те небольшие средства, которые каким-то образом будут получены, что ли, будем считать это картины проданы или кто-то приобретенные, какой-то мизерной толикой принять некую внутреннее духовное участие в помощи жертвам, которые пострадали от этих ужасных, будем говорить, терактов. Да. Это касается и Москвы, и Осетии, и везде, где проходит. Я, безусловно, считаю, что это не та дань, которую могут люди преподнести, что ли, чтобы успокоить, это невозможно, но само нетерпимость к этому, или я бы сказал, внутренний какой-то такой бунт, это правильно, что люди вот так вот решили каким-то вместе сказать, что они хотят, чтобы их чувства, люди тоже знали, что они в этом. Хотя бы в этом они не одиноки. Наверное, так. Я никогда не участвовал в аукционах. Вот, и почему для меня это будет, своя возможность сказать этим людям, что вот я стал заниматься этим, потому что мне тоже хочется в этом участвовать. Я представляю галерею «Вместе» и одновременно Творческий союз художников России. И идея появилась совершенно самым естественным человеческим эмоциональным образом. Потому что когда мы услышали об этой трагедии, которая случилась сначала в Москве, потом в Дагестане, а потом в Ингушетии, то вдруг, во-первых, у нас в головах как-то стало ясно, что это одна война. И что мы все к этому причастны. Когда-то мы, когда мы слышали там сводки о каких-то действиях на Северном Кавказе, все это казалось очень далеко, как будто это не про нас, как будто это на другой планете. Но вот случился взрыв буквально в 300 метрах от моего дома. И вслед за этим взрыв в Кизляре, в Дагестане. И стало понятно, что это про нас. Про нас, про всех. Это касается абсолютно всех нас. И, конечно, нам хотелось сделать, первое движение такое эмоциональное, сделать что-нибудь, что было бы все-таки позитивно, противовес тому, что происходит. И все-таки, это уже общепринято и говорить, силы добра, силы зла, но вот что-то сделать, какое-то доброе и правильное дело. Я галерист и ничего другого не умею, да, и поэтому я собрала своих единомышленников и волонтеров по поводу того, чтобы сделать такое. Естественно, меня одобрили в Творческом союзе художников России, естественно, замечательным образом откликнулся музей архитектуры, и он тоже соучастник этой акции. И замечательным образом откликнулись все художники. Никто не отказал. У всех, кого я попросила, все с удовольствием дали свою работу. А делали мы этот акцион в самые кратчайшие сроки. И тоже понятно почему. Потому что пройдет время,
мы сделаем хорошую подготовку, может быть, очень тщательно, но люди забудут. Вот сейчас только прошли вот эти поминальные все сроки. Прошли 40 дней, 52 у мусульман. И, в общем, как-то все-таки хотелось, пока люди помнят, пока люди живут. И чтобы сделать что-то такое, что вот на такой эмоциональной волне людей бы объединяло. И надо сказать, еще вот все-таки мы живем в Москве, художники Северного Кавказа от нас далеко. И я, безусловно, бы с этим не справилась, если бы мне не помогала абсолютный волонтер Наталья Гакоева. Она с таким энтузиазмом взялась за это. И она сумела осуществить все связи с кавказскими художниками. И осетины откликнулись. Дагестанцы замечательно откликнулись. Ингуши дали одну работу. В общем, все получилось как-то... У нас один зал почти состоит из... Почти, ну, не целиком, но самый большой зал состоит из художников Северного Кавказа. Что будет, мы посмотрим. Как откликнутся все остальные на покупку этих работ. У нас аукционист будет известный актер Виктор Проскурин, который будет вести этот аукцион. Любое святое, благое дело, конечно, отличается тем, что откликаются люди. Ну, и люди даже как бы вот мы, кавказские жители, ну, есть какие-то понятия, какие-то недавние войны, конфликты межнациональные были. И тем не менее, скажем, знаете, может быть, коммерческая ценность некоторых работ, которые я собрала, может быть, как бы не очень высокой, но я считаю ценность поступка, где осетин без колебания пожертвовал работу свою, так сказать, в помощь и как память пострадавшим безвинным людям, детям, женщинам, просто людям, которые на улице случайно в этот момент оказались осетинским художником, я очень признательна. И хочу сказать, сроки были действительно настолько сжатые, что мы очень боялись не успеть. Но все настолько, слава тебе, Господи, гладко и такое взаимопонимание. Знаете, я не могла не откликнуться, прежде всего, потому что я мать, я женщина, я сама кавказский человек. И могу сказать, что слово «война» мы не хотим слышать уже даже в шутку, как бы ни с экранов, ниоткуда. Ни у какой войны нет будущего, есть будущее только у мира. И поэтому никто не уберет кусок земли, нет такого как бы... Как вам сказать, даже об этом страшно подумать, что какой-то кусок земли вместе с этим, с каким-то из народов кавказских исчезнет. Мы обречены жить на одной территории, мы обречены понимать и любить друг друга. И ребенок, пострадавший в теракте с оторванной ручкой или ножкой, мне лично абсолютно безразлично, какой он национальности, я буду скорбить и помогать ему, как мать, как женщина, как человек всегда. Ну, что касается работ, мне кажется, они все очень достойные, очень эмоциональные, очень красивые. И я надеюсь, что люди, которые придут на аукцион, хотя бы даже ради того, чтобы поддержать этих людей, приобретут работу и, в общем, как-то несут свою лепту этим. О людях, которые придут на аукцион, а кому были вот выданы приглашения в первую очередь? Знаете, я как бы, меня никто не уполномачивал, но я имела небольшой опыт такой выставки не так давно художника осетинского Ахшарбека Ахполова, и я как бы обзвонила диаспору свою, постпредство, каких-то людей, которые просто живописью интересуются, и просто людей, которые заметны в диаспоре, которые имеют свою позицию, свое слово, свое имя. Ну, как-то так, в общем, конечно. Ну, и просто своих друзей, семьи близкие, которые не останутся равнодушными в любом случае, близких подруг своих, конечно.